Шайба оставил хоккеисты Витязя. Неплохой сейчас пас на Павла Чернова. Чернов борется в противоборстве с Шелуновым. Тут уже тоже активничает класс Дальбек за собственными воротами. Витязь забивает! Вот это да! За минуту 27 до конца первого периода. И это гол, передача Кокарева на Павла Чернова. И Чернов бросает на неудобной высоте для Сорокина, где-то над ловушкой шайба проходит. И Павел Чернов открывает счет заброшенным шайбом Витязя в этом плей-офф. Да.